В зоне риска. Писаная сиська. Так, Стаса не вижу, блядь, где он? Я напротив пожарки сейчас, смотрю, что там. Так мы уходим на саут, Стас. Да я тут 200 метров. Окей. Уже 100. Зомби закрякали. У нас тоже это эмбиент. Нет, это smooth jazz. Технопоп. Технописка. Технопоп. Это озер. Панна бимая сиська. Ор факин как. Мы слышали последние новости про патриарха Кирилла. Что-то там его намочило дождем, он растворился, блять. Тумба, ты зашел в здание? Запах серы. Да, зачистил. Зачистил, блять? А вот это что за пыль здесь? Почему скатерти грязные? Не врет, не зачистил. Это ж, блядь, тумба, блядь, пиздец. Там это самое, там банан остался, банан жрать не стал. Он скорее... Харкорыч предупредил, он боится. Нет, тумба, скорее всего, им воспользовался. Орлович, Дубровка, блядь, Мессир, куда бежать? Сзади куда? Орло... Не знаю, Дубровка, ты, блядь... Дубровка, Этот банан стал тумблеру настоящим другом. На Дубровку беги, там еще свернешь на заправке. Че ты, блядь, бежишь какими-то крюглями? Ты хоть так жратву себе какую-то поляны нашел? Вышел, там развилка на Орловку и Дубровицу. Тумблер, ты ему так говоришь, как будто он, блядь, из Чернорусии родом, ебать, там. На Дубровке пожито, блядь, заправка, нахуй, направо. Не, ну он побежит. Блядь! Стреляют. Это я. Нах ты стреляешь. Потому что ты меня бесишь, сука. Согласен, с Норта подходим по западной части. Потому что предохранителя нет в этой игре. Я буду красить, блядь. Как покрасить себя? Ну, кстати, я могу покрасить зелененький цвет. Мы напротив обшарпанки у забора. Ну что, обжимаем... Косоглаза, блядь. Я потек. Ай, сейчас я достану крест, будем изгонять из рви него по череп. Рви футболку, блядь. Изгонять из него по Реченкова. Выйди, сатана, блядь! Там зомби появились. Они там и были. Так, а чё вы все туда идете? Казарма пустая. Ага, он уже сменил положение. Кто-то ко так, мне идет. Я в этой, на первом этаже обшарпанусь. Да, я тоже. Вижу. Мы тоже там же. Опа, ты чил! На крыше, на втором этаже. Чил. Стоп. Там! Согласен, ты что? Ты чё, глухой? Там не наши, блядь! Вали, Стас, внизу! Так это Косоглаз. Я внизу. В комнате. На первом этаже. Это Косоглаз, ты где? На втором. Кузька, вижу троих. Тоже на втором. А как ты сказал, что ты это, в казарме все чисто? Откуда ты знаешь? Я оттуда пришел 5 минут назад. Ну так 5 минут назад надо было это сказать. Я 5 минут назад это говорил, а сейчас повторил. Ок. Хуйню говоришь какую-то. А, блядь, дайте мне какое-нибудь, сука, не знаю, какое-нибудь хотя бы колесо ебаное одно, блядь, я на нем дарую, блядь. Так, Почеренкова, у нас задача на сегодняшний день. Задачу спасти рядового хардкора. Смотри, что Шнурок делает. Блядь, Тумба, вот тебе вообще просто по жизни, вот пиздец. Вот, Стас, ты смотри, что делает. Точит, сука, опять. Тумба, оглушитель работает? А, да не, вообще... он то же самое, так же стреляет. Да, там непонятно. Да? Да. А ну, сними на секунду, я вообще попробую. Нет, да, кое-что. Я тебе. Патроны у тебя это какие? 7,62 у кого есть? А нет, они же все равно.
Подожди. У меня патроны боевые. Так, здесь этот ваш любимый магнум. Давайте снимаемся отсюда, там, блядь, рядовой хорокоро в беде. Хорокори. Роро. Рядовой Роро, блядь. Не, меня... Рядовой Роро. Меня никто не тронет, я бегаю как бы в футболке Фредди Крюгера, как бы, то есть мне похуй. Френдли Крюгера? Да. Давай, Стасон. Регрупп, го-го-го. Я скейтер, ёпт. Ты скейпит? Скейтер. Скатер и роликисты, блядь. Могу стрельнуть, тут интересно, что будет. Ничего, убьешь зомби, что будет, блядь. Вот что интересненько здесь будет. Где косоглазие потерялся? Он зарубит его. Прямо по курсу грустная женщина. Блядь, как ты нахуй нехороший человек-то, блядь. Да ты, зачем мы косоглаза развели? Эти косоглаз, нуб. Надо вот подождать, пока он еще ближе подойдет. А я не знаю, зачем я туда бежал с оружием. My evil way. Так, прошел забор. Эти косоглаз. Бля, ребята, за забором тоже какая-то карта есть. Здесь тоже лес, можно играть походу. Пойдемте посмотрим. Вау! А чё? Блять, а чё, прикинь? В DayZ Standalone есть кроме чё-то, кроме Нортвеста? Блять, я в ахуе. Чё, никто не знал? Пиздец. Да, это я вчера этот мультик смотрел. Про этого там... про Починенко? Нет, нет. Зебра. Там зебрёнок или, блядь, как они же как это самое? Зебролёнок. Зебролёнок. Ну, короче, этот самый. Кобылёнок. В общем, Бумба или что-то, или Шмумба как-то. Ну, новый. Тимон и Пумба. Нет, мультик 13-го года, по-моему. Миссир, я нашел какой-то атлас. И там они тоже, они жили, у них там все типа какими-то колючками обнесено, там у них вода, они там дурака валялись. Мадагаскар, что ли, бля? Не-не-не-не-не-не. И, в общем, они, короче, потом выбрались оттуда. О, такие, ни хрена себе, мы уходим. О, круто такие идут, бля. Это Мадагаскар. Не-не-не-не-не-не-не. Не, Мадагаскар был гораздо раньше. 13-й, нет. 13-го года. Я помню, еще 2 года там про зебр, короче, там какой-то, блин, я не помню, как называют, но мне на самом деле понравилось. Там еще, типа, как бы, ну, то, что одна, один этот же ребенок родился, он... Блять, половина полосок. Вы там орете ночью, белая. Улиточка, блять, давай вперед, блять. Вообще полный пиздец, блять. А чё, мне этот турбоулитка понравился? Косоглаз. Болел, не знаю, блять. Косоглаз постоянно отстает. Я в двухэтажку бегу уже. Какую двухэтажку? По нихуя. Дядя, куда? В выбор бежите. Дядя Косоглаз не может работать, блять, с фаер-тима. Это не для него. Куда? Мы уходим левее, блять. Все, пацаны, я к вам не пойду, из дома нормально. Куда вы идете? Так, секунду, Хардкорыч, ты где находишься? Блять, хуй его знает. Ну какой ты город недавно проходил? Скажите кто-нибудь, куда вы собрались? Мы идем, у нас миссия спасти рядового Хардкорыча. Я как это далеко? Я вижу Чупа-Чупс. Спасение рядового Рокко Сильфреди. Бежать на Чупа-Чупс. Я робосрака. Куда вы побежали для этого? А, видишь, это... I'm thirsty, ёлы-палы. Реально, это дринк. Короче, вы отделились. Бля, дядя Косоглаз, мы пошли туда. Давай, Стас, Асин, выбирай, блядь. Вон он правее нас, блядь, 100 метров. Я же говорю, он куда ты побежал? Правее. На саут. Налево возьми 100 метров. На 9 часов. Это косоглаз? Блядь, как яблоко может быть дэмиджен? Ребята, это косоглаз или нет? Да, я без оружия. Я тебе сказал, стой. Теперь, блядь, на 7 часов назад возьми. 200 метров теперь, блядь. Стой ты, ёб твою богодушу. Стас, давай, короче, туда. Тумба, блядь, заканчивай. Тумба, тащи. Этот Чупа-Чуп стоит рядом с какими-то, жопу свою, блядь, подымай. Куда туда? Ну, на сайте, на другой. Какими-то ангарами, блядь, с коровниками. Все правильно. Там впереди, вон впереди, блядь.
И куда там бежать? Там вот 12. Вот там вот. Это выбор вон, куда я смотрю. Да. Чуть левее, вон косоглаз там. Вон он, смотрите, блядь, бегает. Смотри, вон, блядь, побежал, ёб твою мать. Написано колсон. Стой, косоглаз, стой. Стрелять будем сейчас. Куда? Блядь. Куда попадем, блядь? Куда бежать? На 9 часов налево, налево повернись, на 9 часов. Я не знаю, я выбегаю. Мы спускаемся сверху, с леса. Так часы определить, что ты... Ты смотришь на 12, ты бежишь, блядь. Ты видишь, понимаешь, лес, из которого мы вообще выходили? Так короче, это было минут 10 назад. Вот вижу, какие-то бегают тут. Косоглаз, блядь, надо же... А где вы были? Определить курс. Здесь. Вот тут, где мы и бежим, там мы и были, блядь. Не, наверху. Я уже до выбора почти добежал и обратно вернулся. А вы где были? Быстрый Гонзалес, блядь. Гонзалес. Смотри, Хардкорыч, ты в горке, тебе надо я двигаться знаю, в Новый дальше. Собор. Братан, это я по просто... асфальту дальше. А он я точно в горке? Бегу. По асфальту, беги по дорогам. Куда-нибудь по асфальту рукой. Ты, блядь, попил хотя бы с колонки? Погоди. Я сейчас нашел. Я с колонки пью, я просто риса потом поел. Да не у тебя спрашивают, блядь. Так за меня волнуются. Не за тебя, за Хардкорыч. Тебя отпевать будут. Блин, какой-то зоопарк, все в разных шапках. Заходи, я молись. Зашел, я зашел в церковь. Просто ляг и лежи, не трать силы. Нет, надо F3 нажать. А что у тебя написано? Какие свойства у тебя? Старвинг, я умер. Какие дебафы? Старвинг? Старвинг, что там написано? Какого цвета? Старвинг Фрокок? Старвинг. Красный, красный, супер красный. Блять. Все, лежи, не двигайся, блять, вообще нахуй. Займи позу отдыхать. F3. Стань на руки, блять, пусть еда медленнее переваривается. Ее нету, ёпта, чё на. Я могу попробовать грин, блять, короче, краску сажать. Или спички. Нет, ну уже, блядь. Если у тебя сода была, можно было попить соду. Она как бы тоже... Не заставляй нас опять удовлетвориться твоим трупом, блядь. Я умираю. Да все, подбегаем. Я уже 4 банки тебе открыл по дороге. Doing of Starve. Я чё он? Я старвачен. Блядь, сейчас пиздец ему, блядь. Успеем его добежать, нет? Я именно... Force fit ему сделай, блядь. Затолкай ему, блядь. Все. Я Эминем, я есть буду сейчас. На, я похож на Эминема. Ты слишком белый для Эминема. На Эминем белый, ёпты, не ври мне. А ты еще белее. О, тут Библия лежит, что ты не почитал? Слушай, а если тумбу один раз кулаком ударит, что он не умрет? Не трогай его. Я его сейчас ударю. Встану и ударю. Давай. Я тебе точно говорю. Тумба, верни Хардкорычу шапочку. Шапочку подожди. Верни Хардкорычу. Да, хорошо. Шапочку, да, хорошо. А, кто-то меня сбил. И Библию на, держи. Почитай. Блять, Лёха, как какой-то, блядь, пиздец, вот он самый, как какой-то молдаванин штукатурщик, блядь. Я мальчика модный. Я Эминем, чё вы, блядь? Кто там говорит, что-то? Кто там орёт Аллаху Акбер, блядь, слышишь? Там left by left. Не, это Стас, блядь, Аллаху Акбер здесь орёт. Чем по мне ходите, ёпта? Ты не человек, что ли? Ты Эминем. Я так и не понял, как книгу читать сейчас? Там было написано Пейджа, Пейджа. У кого открывашка? У меня всех. Есть. Открой консерву. А ты где? О, кстати, тут где? Можно калибровать пушки, ребята, вот, на иконах. Здесь, да. Ростовая фигура как раз. Держите, сколько. Верните мне Библию, дайте почитать. Блять, Хардкорыч умер. Можно я пролутаю его? Я не умер еще. Я еще живой, не трогай меня.
Не трогай мои бренные тельца. Ну да, блядь, Лёх. Бейсбольной битой это, блядь, долго раскрывать. Ага. Консервные банки. Не, ну их, конечно, можно раскрыть, но придется жрать с земли, блядь. The gospel according to Saint Matthew, the book of the generation of Jesus Christ. Вот я одну бутылку. Божественное, давай, читай, читай, читай. The son of David, the son of Abraham. 1-2. Абрахам... Ты не можешь читать, читать Библию, ну, Бера, блядь. Давай, пошёл читай. Отсюда, блядь. Читай, читай, на. Так, Стас, встань в нормальную позу, в эпу, давай, набери, читай, как бы, и читай, то есть. И он, да, это, в руки взять. Там, page up, page down. Пистолет. Сюжет говно, блядь. Или пистолет сюда. Это все хуйня, это не наша Библия. Лёх, на вон тебе small case protection, protecting. Да что ты? Нормально, сгодится. Чё, Нигер, давай, ёпта, сразимся. Давай, иди сюда. Да сейчас ты сдохнешь ещё, блядь, пиздец. Лошадка. Лёха блюёт. Вы видели? Блядь, он только поел, что ты его трогаешь, блядь. Можно жиром завязать. Что он ещё, что написано сейчас? Он консориус, ну а чё? Ты без сознания? Вы что встали, блядь, да? Доигрались, ёбаный в рот, блядь, идиот. А чё бутылка лежит? Кто бутылку выбросил? Ну да. И чё, как тебе его в сознание это делать? Он сейчас сам встанет, подожди, я ж тогда меня тоже... Сейчас а он... морфину колю. Ты не попадёшь, ну. Ты Рой Джонс, ёбаный. Говорю, ты не попадешь в него. Хардкорыч, на какую руку у тебя бита? Возьми ее, пожалуйста. Щелкни один или два. Один. Стой, бегает, стой, стой, не щелкай. Куда ты стал? А теперь лечь нажми. Ну? Все, теперь давайте. А зачем морфин? Надо эпинефрин ему, желтый. Надо эпинефрин, да. Блядь, не встать. Ты у нас... Это нихуя-то сколько в нокауте, а видно от количества крови зависит. Да-да-да, наверное. Я ж тогда вообще сразу встал, когда меня Риза впитал. I feel really full. Апач впитал. Мне не встать. Так ты сейчас очнулся? Да, но мне не встать. Я... Почему? Черепа мотает. Сейчас встанешь, погоди. Сейчас встанешь. Ты у нас стоя лежишь, правда. Где я? И какой год? Мауфака. Спокойно, Марти. Блядь, почему... Макфлай! Чизуту-сан! Ты уволен! Бля, пацаны, я вижу свою шею, но её на самом деле нет. Я вижу тело свое. А чё он валяется-то, блядь? Да, он сейчас встанет через некоторое время. Я отдыхаю, я чё? О, девка китайская. Дай-ка мне сахарка. Не встать чё-то, блядь. Так, тут зомби сзади сейчас уберу. Watch your fire. Готов. Ты ёпта, как спецназ ГРУ. Тут сошки. Нахуй мне надо, ты сейчас убью. Эти сошки, это... Я убью, блядь. Нигерсаны. Сошки, косоглаз, вот сошки на кухне. Где сошки? На кухне. Зомби еще бежит. А чё делать, помешать, да? Косоглаз не успел взять сошки. Смотри. Зомби забегает. Я просто забурился, пока где-то перекурил. Быстренько. Вот здесь, блядь, все открыто, но... Пусть и толкаются. Тю-тю-тю-тю-тю, так ползет. Эти пожать-то, блядь. Хрум-хрум-хрум-хрум. Попил бы еще.
А почему чемодан нельзя так открыть сразу в этом? Можно. Тумба, можете объяснить. Открыть нельзя. Можно только положить. Ты можешь взять его в руки и взаимодействовать с ним. Я тумбу могу взять сзади. Работаю. Блять. Бок плац. Побежали откуда-то. Стас, а чё ты не одиночкой хуяришь? Уже хуярю. Оки-доки. Сейчас. Надо попить купить. Попить купить? Ты воду, воду пей, а вода есть? Да, еще одну банку ёбну. Да банка там, она не столько там, она еще как бы иголок уже, сода, сахар, блядь. Давай я тебе выкину сейчас. Да погоди, у меня есть, я выкину, сейчас желтый контейнер появится, у меня там был. Да, блядь, я тебе воду обычную, она лучшая. На, вот. Я как на, сейчас, вон тебе, сейчас. Я как сейчас помню, там должно быть три еды. Просто газировка еще еду восстанавливает, так что ты можешь переесть. Да вон и Лех, я тебе сейчас бутылку выкину. Согласен, are you okay? Ты что, дурак, что ли? Да. Ой, дебилоид. О, что здесь? Что такое? Меня Стас застрелил. В смысле? Ну, взял, зашел, смотрел, взял, стрельнул. Охуенно. Не понял, а почему? Пошли в шутдаун. Стас. Потому что, блядь, с нами не было человека в мотоциклетной каске, блядь. Ну да, я так тоже считаю, это правильно. И что? Ну, в смысле, что, предупреждать, блядь? Надо. Ты да. Чё, не мог сказать, я стою, жду, блядь, от тебя сигнала, что, мол, не стреляй, это я, блядь. Ты стоишь, сука, молчишь, так, блядь. Ты не спрашиваешь. Ай, блядь, нет, тумба не понимает. Так где он? Я иду его лутать. Дядька Косоглазый, мы нашли вам оружие, и пошли. Ебать ты даун, Стас. Какой у Дядька Косоглазый есть оружие? Где он? Это ты даун, блядь. Если ты переоделся, надо говорить. Стас, я не переоделся. Где сбор даунов? Шлем ничего не где меняет. Где сбор даунов? О, ё-моё. Какие тут вкусности. Налетай, пацаны. Дайте, Стас, давай, закрывай, короче, я тоже наверху забаррикадируюсь. Ребят, дайте я наверх. Я не, наперекур, дайте пройти, дайте даме пройти. Блядь. Я пизжу бэкпак с тумбой, блядь. Ну, блядь. Видишь, тумба, блядь, все на тумба, помощь, давай в солнечном блядь. Спамся, блядь, быстрее, короче. Смотри, улитка главная, смотри. Улитка. Смотри, какая у него шапка большая. Это сзади мозг огромный. О, улитка, ёпта, трансформация. Кто-то особо...